Подарунок феміністкам на Новий рік. Відтепер жінки в Україні військовозобов'язані та мають стати на військову службу. Це відповідно до нового наказу Міноборони. Ми вирішили порахувати жінок, яких можна задіяти при захисті держави, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. На облік мають стати інженерки, архітекторки, програмістки, операторки, журналістки, психологині. Віком від 18 до 60 років і мають це зробити до кінця 2022 року. З 2023 за відсутність квитка будуть штрафувати. Ми вирішили запитати у містян, як вони оцінюють таке нововведення та як вважають, які мотиви стоять за подібним рішенням Міноборони. Я навіть не можу об'яснити. Наверное, к війні готуються. Більше інших слів немає. Я думаю, що здоров'я зараз молодих людей очень и очень нехорошая. И физическая подготовка, и вообще, ну не знаю, будет твориться то же самое, что с молодыми людьми. Все будут прятаться, выходить замуж, рожать детей, ну и так далее и тому подобное. Я вообще противник, чтобы женщины воевали. В принципе, как вообще военнообязанные женщины, это не самая новая как бы история и теория, потому что мы знаем много стран, где женщины военнообязаны и служат в армии. Но просто все как обычно, как у нас. В условиях, опять же, эпидемиологических всех вещей, с угрозом, с учетом угроз Российской Федерации на наших границах, то сейчас и с нашими военкоматами это будет полный коллапс. А если, не дай бог, что-то случится, и женщину тоже туда, как правило, да, четвертая будет какая-нибудь волна резервистов, будет просто коллапс. Сейчас даже с мужчинами в военкомате полный швах. А представьте, женщин, стать на воинскую службу, надо пройти медкомиссию. В условиях, опять же, что сейчас творится в больницах, ну, не знаю зачем. Честно, ну, даже не знаю. Ну, в Израиле служат, и ну, нас тоже могут. Я не знаю, они, наверное, боятся, что на нас кто-то нападет, что девушек уже привлекают к службе. А так, я не знаю, девушек сколько таких, что дети маленькие. С одной стороны, я поддерживаю. Ну, с другой, конечно, против вот детей. Куда девать, если у нас получилось в семье, все за возрастом подходят под военнообязанные. Вдруг что, детей просто некуда девать нам. Ну, это уже депутаты придумали кто-то там, чтобы военнослужащие женщины. Куда им? Надо сначала 2 года армии отслужить, чтобы хоть научиться стрелять. Ну, дадут им оружие, они сами себя поубивают.